приобретением новой профессии, нейромастера. Сказать вам спасибо. У вас были действительно хорошие работы. Ну, такое бывает на самом деле не часто, да, бывает по-разному. У кого-то лучше, у кого-то хуже. У вас у всех действительно были хорошие работы. Вы молодцы. И я очень надеюсь, что вы продолжите развиваться как мастера маникюра. И, возможно, останетесь все-таки у нас на стажировку и в дальнейшем станете нашими мастерами черники. Поэтому сейчас хочу вручить вам сертификаты. Вот. И маленькие такие сладкие подарочки наши черничные. У нас сегодня тоже, кстати, праздник, да, нам сегодня год. Поэтому, да. Следующий день рождения с нами, да? Да. Когда у нас Так, Рьянова Эльза. Поздравляем! Поздравляем. Вашим доверием. Поздравляем. Спасибо. Вам спасибо всем. И Панфидина Мария. Поздравляем. Поздравляем. Ну, я думаю, что мы с ними сегодня не последний раз видимся. Я тоже на это надеюсь. Хотелось бы, чтобы мы с вами еще повидали здесь и в студии. Да, поэтому, девчонки, старайтесь на стажировке. Спасибо. Мы вас поддержим обязательно. Спасибо. Спасибо.